12 столетий назад люди, занимающиеся тяжелой физической работой, боролись со сном, не имея этого стимулятора. История кофе – это история путешествия. Путешествие кофейного зернышка из Эфиопии через Аравию и Средний Восток в Европу и страны Нового Света. Легенда о любопытстве и его последствиях. Один эфиопский пастух по имени Халид заметил, что отведав неких темно-красных ягод с кустов, козы проявляют несвойственную им прыть, не спят по ночам и резвятся весьма необычным образом. Бесстрашный пастух решился и сам попробовать ягоды и вскоре ощутил себя более счастливым. Пребывая в этом состоянии, он поспешил поделиться своим открытием с имамом. Осторожный имам, видимо, для дезинфекции, ягоды решил сварить и выпил отвар. Окрыленный успехом эксперимента, он предписал своим ученикам ежедневно употреблять это снадобье, дабы те усерднее молились в ночное время. Само собой, слух о чудесном средстве быстро распространился, а само средство приобрело широкую популярность не только на одном отдельно взятом материке. Первые сведения о вывезе зерен касались экспорта кофе из Эфиопии в Йемен. Уже в 15 веке его завезли в Мекку и Турцию, откуда кофе попал в Венецию в 1645 году. В Англию зерна привез турок Паскуа Росси в 1650 году и открыл первую кофейню на лондонской улице Ломбард. Так или иначе, результат один. Кофе обнаружили, попробовали и увидели, что это хорошо.